Знакомьтесь, Марко Стрэнг, соучредитель и генеральный директор Genesis Mining и Logos Fund, поклонник биткоина и криптовалют. Стрэнг изучал математику в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана. В феврале 2014 года он стал сооснователем и генеральным директором компании Genesis Mining Group, предоставляющей услуги облачного майнинга. Также в 2016 году он основал Logos Fund, компания, которая занимается инвестированием в биткоин и криптовалюту. Марко также является инвестором нескольких инновационных стартапов.